Здравствуйте, товарищи. Красные. Продолжение моего фильма, как он говорит, приезжаем скоро, подъедем. Село на палку, где я учился с 5 по 8 класс. Дорогу, там сделали дорогу. Красные включены, да? Ну что, не соображаешь, что красные? Ну то, потому что не соображаешь. Красные. Ну все включено. И товарищи, человек не понимает, слабо соображает, все надо учить всех. А что там про гармонь говорит? Там играет, там 38-я нота именно. Молочка. Господи, по телевизору, по интернету играют. Херню глодят. О, ты правильно. И всем ставят нормально все, а его зажимают. Скажи, можешь сказать свое слово? Ты как-то говоришь неграмотно. Я правильно сказал, все, ну, правильно, зажимают. Ты неграмотно говоришь, безграмотно это существует. Зажимают. Зажимают как-то, даже что-то еще другое сказать. Смотри, давай снимай. На что я способный человек. Мои края, Шкировские губернии. Едем на скорости. Примерно очень быстро. Круто красим мои дорогу. Такую решили заснять. Интересно все. Наша ностальгия, товарищи друзья. Да? Сейчас подъезжаем. Приезжаем к селу на палку, где учился с 5-8 класс, ходил пешком. Он с левой стороны не лежал. Он снимает. Правый, захватывай все. Я все захватываю, правый, левый. Вот правой стороне была школа стояла, двухэтажная, деревянная. Скажи, нет, вот левее маник стоял дом. В нем мы учились. Видите, товарищи, ностальгия, ой-ой-ой. Детство прошло, можно сказать, 16-3 года здесь учился, а куда поколеет, правее снимай, вот здесь вот, в этой стороне была школа, там подальше была школа. Вот, товарищи, друзья, такие, когда-то я ходил по этим дорогам. Завернем, может, сейчас снимем? Завернем, может, зачем? Ай? Сюда завернем, может? Зачем? Не надо? Ну, левее сними. Видите, остановка. Раньше это не было. Остановок. Это прошло очень много-много лет. Правее. Вот здесь была школа в этой стране. Ну, давай, дальше. Я ничего не показал. Дом изломный показал. Вот левее, как показываешь, тебе дорогу не подходил. Мне когда было 12-2 года, 12-14. 12 лет было. 13-14. 2 года ходил с той стороны. Потом вот по этой, прямо снимай дорогу, по этой дороге. Ездил на велосипеде. Все, товарищи, пока, до свидания, следующий ролик ждите. Включай.